И всем здравствуйте, дорогие слушатели моего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, ребята, с вами сегодня Шмель. Да, это будет опять небольшой подкаст. Я знаю, вам это уже с какой-то стороны и надоело, и вообще. Так что это объявление вот будет реально очень важным. Первое, как я хотел давным-давно в группе хотел написать, но я так и не написал в группе, то что я переустановил полностью, отформатировал весь свой Windows. Я даже не знаю сейчас, какая у меня версия винды стоит. Не знаю, вроде где-то справки или где-то. Ну, короче, где-то тут можно посмотреть. Но я точно не знаю где. Наверное, Windows 7, как обычно. Я просто отформатировал память, и у меня слетело все к фигам собачьим, да. Так что, возможно, какое-то время не будет летсплеев, а возможно и даже будет. Ну, будет, но только без всякого монтажа, просто вот обычный летсплей, как снимают большинство людей. Выговариваю странно, тогда что у меня. Ну да, что бы еще хотел сказать. Первое. То, что, как вы заметили, вот тут вот в статистике появился вот такой вот тут канал. Да, подпишитесь. Вот это, если что, город. Чита, Забайкальский край, это мой город, где я живу. И тут будут выходить подкасты и ролики некоторые. Ну, типа клипов. Летсплеев тут вообще, наверное, не будет. Да. Вообще тут не будет летсплеев. Вот чисто вот такие видео, типа как вот этот вот подкаст. Так что сюда вот заходите, подписывайтесь и вообще. Также появился новый канал. Ну, сейчас я вам веду его. Такс. Вот. Угу. Это еще один канал, который... Вот он. Вот, в принципе. Ссылочку я на все эти каналы оставлю в описании. Но сразу же предупрежду то, что на этом канале будет вот такие вот, короче, видео выходить. Короче, где есть нативная лексика. Короче, плохая лексика и все дела. Но также с прикольным монтажом и классный. Ну, тут не будет, как вы подумали, Майнкрафта, тут будет чисто КС, GTA и, возможно, еще какие-нибудь там шутеры, типа Counter Wars и КС-ки. Ну, КС-ка будет, я уже сказал насчет нее. Да. Ну, подписывайтесь сюда тоже. Это тоже вот обязательно. И сейчас насчет, кто хочет снимать там летсплей, типа, ну, насчет... Например, вы захотели снимать со мной летсплей, там, допустим, даже не знаю, ну, например, целый вот сезон, да, целый сезон вы захотели со мной заснять, и вы не знаете как. Сейчас я скажу, как же это сделать. Вы создаете вот отдельный канал, вот, чисто вот для меня, типа вот такого вот. Говорите свои ограничения, чё мне нельзя, там, например, материться и все дела. Потому что вот этот вот другой, где мой канал. Вот этот канал я создал свои личные для себя ограничения. Я себе пообещал, типа, не буду материться, но постараюсь, не обещал, а просто сказал, что постараюсь, тут не будет матов. Да. И на вот этот можете заходить. Тут очень классный монтажик и все то, что вам угодно, там даже мат есть, но это не обязательно, конечно, всегда материться. Да. Ну, короче, сюда тоже заходите, вообще будете молодцами. Да, я продолжу опять. Вот вы создаете такой же вот канал абсолютно, ну не абсолютно, может там вот это вот я могу сам эту картинку оформления канала сделать, попытаться, но ничего не обещаю, потому что у меня еще программ нету. Говорите свои ограничения, типа там мне нельзя то-то. И самое главное, если, допустим, я снимаю, то мое имя должно стоять впереди. Да. Если вы будете снимать на этот канал, то
ваше имя будет впереди. Вот так вот. Если мы вместе снимаем, то там уже мы сами с вами решаем, там, допустим, также решаем, как назвать канал, все дела, все дела. Да, вот так. Я надеюсь, я за эти 5 минут, тут время, если что, ну, вы видите, за эти 5 минут много чего рассказал. Хотя, в принципе, это все. Не забывайте, самое главное, ставить лайки. Блин, когда скайп докачается? Пипец. Хочу зайти уже. Короче, подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь вот сюда, вот. Вот сюда, да. Не забывайте то, что на вот этом канале тоже будут ролики, подкасты и клипы. Так что сюда тоже вот подписывайтесь. Кстати, нас уже довольно-таки много. У нас уже 454. Ого, уже еще на один прибавился. Отлично. Видите, как растет. Также я хотел вас попросить. Блин, вот хотел заканчивать и опять, а? Ну, ладно. Такой уж я, извините. Хотел бы вас попросить насчет одного дела. Вот когда вы смотрите мой ролик, да, и там типа вылазит такая реклама в начале ролика, не могли бы вы на нее тыкать? Вот серьезно. За это мне платят денежки, и вообще мне от этого хорошо. Очень хорошо, потому что денежки нужны мне всегда. Да. Если вы будете так добры, тыкните 10-20 раз, то вообще вам большое спасибо будет. И подписывайтесь на канал. Всем респект от меня. С вами был Шмелек. Я надеюсь, вам не сильно-то заняло это видео по времени. Так что, если что, извините. Блин, скайп вот закачался. А так, можете подписаться спокойно на мой канал, подписаться на еще 2 моих канала. Возможно, скоро даже появится еще один, ну, неофициальный, конечно, канал. Вот этот вот, который вы сейчас видите, это все мои официальные видео. Да, можете тоже сюда подписаться. Ну, конечно, вы подпишитесь, как же без этого. Короче, подписывайтесь на мои все официальные и неофициальные каналы. Всем спасибо, всем пока-пока. Всем удачи, всем респект.